Всем привет, пупсики мои. С Анюткой ездим, с больницы едем. Новости у меня. На больничный, короче, пошел я со спиной. Мы сейчас просидели 2 часа в больнице. Стой. Прождали время. Сейчас едем домой. Борщик есть, который папка вчера приготовил. Вкусный. Хлебушка купим сейчас и нормально будет. Что полетели. Погодка какая. Ох, бомбочка. Сейчас Анюта скажет, пока ты на больничном, давай-ка это снег копай. Конечно. Ага. Тебе не сказали снег не копать, тебе сказали тяжести не ходить, да, тяжести не, а ты по чуть-чуть поднимай. Так что, короче, ладно, едем. Все, добрались почти до хлебного мира. Купим свежего, горячего хлебушка. Сейчас мы с Анютой. Анюта сходит. Нет. Роме нельзя ходить. Движение — это жизнь, Ром. Тебе тяжести нельзя поднимать. Бог хлеба поднять может. Да, я две. Все, пупсики мои. Колбаска, сыр. Батон. Не батон, а это. И вот он. Я же вчера вам показывал, как я варил. Там внизу у меня перец, соль. Потому что не соленый. Правда вкусно. Я вам... Вот я вчера когда сварил, могу показать, сколько осталось. Хотите? С 8 литров. Вот. Пустая кастрюля. Почти. Вообще махом упороли. Я прям аж горд за себя, что мой суп так едят. Ладно, все, мы будем есть с Анюткой. Приятного аппетита. Все, поели с Анюткой. Рады жизни, лежим в комнате. Ничего не делаем. Лафа. Сегодня будет капать меня, наверное, она. Не знаю, посмотрим. Ну, надо. Ладно, будем включаться. Все, только что валялись. Спустя 7 минут уже не валяемся, уже едем. На почту Анютке там фонарик пришел, но так по делам надо быстренько катануться да обратно домой. Еще на полчасика. Опачка. Хорошо на улице. Солнце светит. Утром было 25, а сейчас уже 12. У меня с утра 16 показывает. У меня тоже на телефоне. Приехали до почты. Анютка пошла. Фонарь уличный, говорю, заказывала она себе. На дачу. Диодный, чтоб светил до талого. Птички, слышите, как? Чирикает. Заберем фонарик, да помчим домой. Колоть надо уколы. Уколы там что-то то все прописали. До пятницы. А куда я дел? Прописали мне лорноксикама 8 миллиграмм на воде для инъекции, тиамина гидрохлорида 100 миллиграмм, пиридоксина гидрохлорида, цианкобаламина, лидокаина гидрохлорида, омепразол 20 миллиграмм одна капсула утром весь период лечения, толпиризона 7 дней надо, 2 раза в день, и все.
прием 15.03.2024 года. В больничку ехать надо. 17.40. Это к терапевту. Так что поеду. Анютка все сделает. Ну, Анютка тоже со мной ходила, она там сидела. Она говорит, лечились чем-нибудь? Я говорю, да, капал недавно. Она говорит, да, чем? Я говорю, да, я не знаю даже. Ее позвала она и сказала, ага. Капало, помогло, вот покапай. Боже, ты эти купил, полечу. Че нет-то? Там будет видно, короче. Смотрим. Ну так сегодня проснулся, опять тянет. Не хочу я тянуть до того. Хочу, чтобы прошло. С поясницы тянет и в жопу и в ногу все отдает, короче. Пропьем, посмотрим, курс лечения проделаем. Что будет? Что да как? Вот такие вот дела. Весна. Птенчики кукуют. Мы дома, пупсики мои. Заехали в магазин. Такая лампа пришла. Снимите, пожалуйста, Анна. Покажем нашим пупсикам, какая лампа. Смотрите, какая. А? Сколько диодов, посчитайте сами. Вот такая. Она у нас будет где? Правильно. Где? Потом Анюте надо. У нее полная машина земли. Ей еще надо. Земля. Потом вот такие таблетки. Это от давления, я так понимаю, да? Всякие. Лизиноприл у нас другой. Самое главное, у меня башка болит. Ты давление сначала померяй. Потом. Ой, кто-нибудь из огородников нас смотрит. Морозостойкий. Элегантиссимо. Элеганиссимо. Элеганиссимо. Ёб твою ж дивизию. Дерёнат. Или дёрн. И крыжовник. Сливовый, урожайный крыжовничек. Бай-бай-бай. Потом Анюта мне на день рождения подарила свой лифан. Их 60-й. Теперь я блатной. На тазике с болтами буду ездить. Доставай. Распаковка. Маска для рожи. Ой, для лица. Ну это мне. А для лица, значит, мне. Ой, пупсики, смотрите. У меня же конфетки кончились. Баночки. Раз. Карамель осталось. Раз. Папа себе взял. Два. Три. Четыре. Так на работу я себе взял. Ну как знаешь, на больничный пойду. И пять. Вот такие. У меня просто конфет и чудесным образом у меня кто-то их ворует оттуда. Не могу понять. Я ругаю, что руки-ноги отрубляю. А им без разницы. Ты можешь доставать будешь? Еще взяли вот такую херню ноги мыть. Не подумайте, что мы тело моем. Ничего. Просто ноги моем. Детским мылом. Таким дешевым мы не моем свое тело. Это не для нас. Мы из богатой семьи. И вот такого ежика мне взяли. Пока я на больничном, я буду с ним играться. Он такой легкий, мам. Ну не занимайся, оставь в покое, а. Резинки. 3 года. У нас, кстати, совки 3 года. Если что, то... Угомонись. Подарки можете скидывать там внизу. Реквизиты есть. На донат.
Нахера? Потом какие-то эти крылышки. Чтобы она улетела, они-то еще и надувные. Специально хочешь, чтобы она вот улетела. И все, пожалуй. Вот и вся распаковка. Я сейчас сделаю маску, лягу спать. Угу. И задохнусь в ней. Короче, вот так вот. Все. Где мой телефон? Вон он позвонить должен. Ладно, все, пойдем спать. Все вместе с вами. Вместе ляжем дружно. Все. Такая распаковка. Скажите, нахера эти конфеты на работе? Да, да. Да не только мне, я вот детям же еще даю. У меня есть вот такая банка, уже ее не хватает, по ходу дела. Вот мне остатки остались. Там сахар, жвачки. Сейчас берем вот так конфетки. Разные. Гора опять такая. На работе ништяк. У меня уже мужики даже привыкли. Есть конфетка, есть конфетка. Я, да, конечно. Вот так вот перемешиваем. И заполняем вот эту банку. Конфетки. Что не влезет, то в другое место. И малым даю каждый день. Это забито. Это забито. И есть у меня еще здесь вот такая. Здесь я мелочь храню. Ну это тоже вот сюда. Вот так. Так, я Алиске сейчас дам конфету. Все, сейчас Анютку покажу, если она покажется. У нее такая эта там маска. Она себе вот эту маску одела уже. Страшная женщина. Вообще. Радушки-пупсики, включимся. Помимо спины, короче, давления же у меня нет. Что-то весь. Магнитные бури у нас сейчас идут. Сейчас давление померим. Посмотрим, сколько у нас давления. А там она со мной разговаривала. Когда мерила. Что, доченька? Ну, а зачем так сделали? Вы все делаете не специально. Хватит вонять. Назло. Еще не помню, уже и звонил сегодня. О, нормальное давление. В больнице только что был 110 на 70 с чем-то было. Сейчас уже 141 на 90. Пятерку бы. Сердцебиение. Иди сюда. Возьми мой стакан, принеси мне воды. Хорошо, когда у тебя старшие дети есть. И все таблетки, которые на кухне есть на столе, принеси их сюда. Все. И сахарницу эту убери отсюда. Вот так вот. Ладно, что ты будешь ко всем говорить пока? Нет. Нет? Почему? Почему она не хочет так сниматься со мной, я не знаю. Вообще не хочет ни в какую себя показывать. Она просто стесняется себя. Нет, страшно. Как Баба-Яга. Да можно я покажу твою маску? Нет. На камеру? Нет. Ну кто тебя там видит? Да кто-нибудь сглазит. У меня еще так страшно, еще и прыщи на сторожу выглядит. Ну, вы если не видели, то посмотрите на это, на заставке, на картинке. Посмотрите, когда фильм Пилу там где-то. Так что это. Эти. Нет, поворот не туда фильм. Посмотрите, вот там хозяйка дома. Вот как раз это я. Да дайте покажу. Да не надо, ну что никто никогда маски не видел. Сколько она стоит?
Не знаю. А, да, она мне деньги не считает, кстати. А ничего, у меня же мужик в Газпроме работает. Ну и ты есть еще. Короче, это, скините туда деньги на донат. Туда поставь. На донат скидывайте деньги, все нормально. Нахерат. Это те конфеты забирай. И вот это выкинь все. Громко поберуха. О, все, мне надо трубку взять. Все, пупсики. Анютка у меня спать ложится. Алиса расчесывается. Смотрит овершоу. Я тоже прилягу. Поваляюсь. Но спать не буду, наверное. Потому что мне надо быть на телефоне. У меня важные звонки. Важные звонки. Да нет, спать не буду. Время час, короче. Выпил таблетки. Поваляюсь, посмотрим это он. ТНТ, овершоу. Ну, на ютубе. И все. И с периодичностью буду грузить ваш. Это какой вкус? Тутти-фрутти. Там кока-кола где-то есть. Ну, я не знаю, у тебя она есть, нет. Они мажорные, у меня все. Конфетки едим. Ну, не едим, а ест. Ладушки. Ну, ты попробуй ее, скажи, вкусные они, нет? Открой, покажи мне. Как они выглядят вообще? Он вот нормально. Я знаю. Холлс. Ну, холлс. Ладушки, все, давайте. Увидимся. Этот такой какой-то, так покатаешь, туда-сюда. Сейчас пока дома буду снимать вам всякую херь домашнюю, как обычно, короче. Никуда не деться от этого. Разбуди меня в три, я хочу высидеть все голосовые. Ну, в четыре разбужу. Четыре высадишь. Возможно, даже через час разбужу. Если позвонят, то ехать надо будет. Ладушки, все, давайте. Пупсики мои, обнял, ушел. Целую вас. Счастья, здоровья вам, любви, удачи. Всего-всего. Конфеты вот эти вкусные, которые я говорил с этим. С кока-колой, со всей херней, они прям воняют так. Вот эти вот конфетки. Они прям, запах у них такой. Ладушки, все. Буду делать вам этот видос. Прямо сейчас. Загружать, делать. И вы его будете смотреть. Где-то примерно, через сколько-то примерно. Давайте, пока. На телегу подписывайтесь. Там сразу же хоп, пришло. И вам оповещение. Оп, видео туда-сюда. На телегу подписывайтесь обязательно. Все. И Ветка, если смотришь, я хочу передать привет. И не привет, а этот. Ну и привет тоже. Спасибо за донат. Угу. Да. Вот здесь она сделана. До натики. У нас стрим тут недавно был. Спасибо большое. Огромная благодарность. Все, давайте, ребзя. Пупсики, ребзя, ребятушки. Родненькие мои пупсики. Родненькие пупсики. Пока.